Лодки, паруса и летнее море. В Одессе открылся национальный чемпионат по яхтингу. Дети и взрослые со всей Украины съехались в наш яхт-клуб, чтобы выяснить, кто быстрее. Яхты считала наша Ирина Рогозянская. Солнечная погода и ветер – это идеальные условия для сегодняшних соревнований. К выходу на море готовится более 100 человек. Они будут бороться за звание лучший в своем классе. Среди участников как новички, так и уже опытные спортсмены. Даша начала заниматься парусным спортом в 9 лет. А в свои 13 она уже чемпионка Украины в классе «Оптимист». Обошла больше 100 соперников. Было много гонок, дул разный ветер, направление разное, было очень сложно. И в итоге сначала у меня было все плохо, в начале регаты, но потом я настроилась, собралась, и у меня все получилось. Я была в третьей, в общем, зачете и первой по девочкам. И получила звание кандидат мастера спорта. Алексей занимается всего 2 года и пока не может похвастаться такими успехами. Зато имеет арсенал веселых историй. Когда я первый же выход в море, все испортил. Я сломал весло, которое я так и не купил. Мы перевернулись. Ну и дальше по списку. И Даша, и Алексей одинаково переживают перед выходом в море. Им предстоят 3-дневные соревнования. В среднем каждый этап длится 4 часа. Беседочный узел используется для фиксации на кольце концом фала. Проводится в петлю узел, вытягивается, фиксируется. В таком положении можно начинать поднимать груз. Пока спортсмены в море, с берега за ними пристально наблюдают тренеры. Ребенок находится в таком постоянном движении. Парусный спорт, в принципе, объединяет практически все виды наук. Абсолютно. Это доказано давным-давно, поэтому во многих странах мира, в том числе, допустим, в Новой Зеландии или в Англии, включено в общеобразовательную программу. Почему? Природоведение есть, есть физика, есть химия, есть математика, есть. На чемпионат прибыли команды со всей Украины. Участники будут соревноваться в 3 классах – оптимист, кадет и лазер. Победители определят после 3-го этапа, 8 июля. Ирина Рогозянская, Игорь Казанжи, 7 канал.